Здравствуйте. Ну вот абсолютно внезапное такое видео. Приходится экстренно пересаживать аморфофалус. Он у нас скоро разобьет горшок. Вернее, уже треснул горшок. Ну вот посмотрите. Это какое-то дерево. Пока меня не было, он вот так вот вырос и еще не до конца раскрылся. В общем, сейчас я буду пересаживать, переваливать, вернее, в больший горшок. Ну, надеюсь, что будет без травм. Разумеется, я не покажу всю перевалку, потому что нужно обязательно два человека. В общем, давайте посмотрим. Вы видите, что тут такое происходит. У меня два вот таких горшка. Я должна сейчас решить, в какой его перевалить. Ну, просто я не ожидала. Горшок большой, насколько вы можете видеть. Я даже не знаю, почему такое произошло. Цвести он не захотел, но зато мы вот так вот разрослись. 1,70 м. Но горшка мы насыпаем уголь. Горшок был в небольшом использовании, но вымыт, ничего страшного. Это соли. Присыпали землей. У меня всегда спрашивают, какой грунт я применяю. Но я живу в Греции, у вас может быть любой другой грунт. Грунт должен быть питательным и хорошо просыхающим. Ну, как вы видите, есть еще место. Корней немало. До самого дна достают. В общем, сейчас я полью вот этот мой дремучий лес ходить. В общем, уже абсолютно негде, несмотря на то, что я отдала большую плюмерию аптекарю. Она поехала на прогулку в сад, в деревню. Там солнце полный день. Вот теперь у меня вот такой вот огород. В общем, сейчас я полью его, и добро пожаловать в мои джунгли.